Всем привет, с вами InformTV. Иногда, глядя на ребенка, окружающие удивляются. Наследник мало напоминает маму и папу, но зато он копия бабушки или дедушки, а иной раз даже прабабушки или прадеда. Так вышло и с нашими героинями. Клавдия Коршунова – российская актриса, которой сейчас 36, происходит из семьи со славным театральным прошлым. Ее прабабушка и тезка, народная артистка СССР Клавдия Николаевна Еланская, блистала в МХАТе. Дочь Клавдии Николаевны, Екатерину Ильиничну Еланскую, которая имела звание народной артистки России, театралы хорошо знали как талантливую актрису и режиссера. Екатерина была замужем за Виктором Коршуновым, актером и театральным педагогом. В их семье выросло двое детей – сын Александр и героиня нашего видео – дочь Клавдия. Уже в 21 год выпускница театрального училища имени Щепкина Клавдия Коршунова сыграла свою первую роль. А сегодня на ее счету уже 3,5 десятка работ, в том числе такие полюбившиеся зрителю картину, как «Угрюм река», «Алжир», «Территория». Софья Ардова. Легендарной артистической династии, которой принадлежит Софья без малого 100 лет. Прабабушку актрисы Нину Альшевскую учил азам мастерства сам Станиславский. Кроме работы в театре, Нина Антоновна сыграла в нескольких кинофильмах. Сыновья Альшевской Алексей Баталов и Борис Ардов внесли огромный вклад в развитие отечественного театра и кинематографа. А внучка Нины Антоновны Анна Ардова тоже выросла творческой личностью. Она является дочерью Бориса. Нам она хорошо известна по комедийному проекту «Одна за всех». Именно Анна воспитала дочь Софью, продолжательницу звездной династии. Все постоянно отмечают, что Софья – копия своей бабушки Нины. Девушка, которой сегодня 24 года, закончила театральную школу Олега Табакова и снялась более чем в 30 картинах, среди которых «Ростов», «Женская версия» и «Реставратор». Клавдия Дрозд-Бунина. Предки Клавдии тоже были известными актерами. Прадедушка Алексей Бунин и его жена снимались в советских кинофильмах и играли в театре. Их дочь, народная артистка Украины Ирина Бунина, которая закончила Щукинское училище, уже в студенческие годы с успехом выступала на сцене театра имени Вахтангова. Мужем Ирины стал украинский актер Лесь Сердюк. Их дочь Анастасия Сердюк родилась в Киеве и, повзрослев, начала с успехом сниматься в кино. Именно Анастасия и вышла замуж за актера Георгия Дрозда, в их семье и выросла дочь Клавдия. У Клавы имеется также старший брат, разница в возрасте с которым почти 30 лет. Это тоже широко известный российский кино- и театральный актер Максим Дрозд. Клавдии сейчас 23, а сниматься в кино она начала еще будучи 12-летним подростком. Окончив Национальный театральный университет, Клавдия на сегодня имеет в творческом багаже 2,5 десятка картин. Наиболее известные из них – «Зоя», «Два берега надежды» и «Худшая подруга». Пишите в комментариях, какая из этих молодых актрис больше всего похожа на свою бабушку. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!